Олега Тихинского губернатору Краснодарского края представил заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев. Говорили о задачах, которые стоят перед службой. Вениамин Кондратьев уверен, необходимо более тщательно следить за сферой государственных закупок. Конкуренция должна быть, и вне конкуренции я не вижу дальнейшего экономического развития нашего края, потому что только конкуренция позволяет сегодня бизнесу создавать более качественные продукты. На самом деле, свою стратегическую задачу я вижу в том, чтобы эту конкуренцию на территории края поддержать, создать абсолютно равные условия для всех. Потому что, еще раз подчеркиваю, ведь по власти судят не потому, что как мы отыграли конкурс, конечно, а насколько мы получили результат. Да. Мы должны быть в отношениях прозрачны. И взаимопонимание, взаимоподдержка – это должен быть основным принципом нашей совместной работы. Для того, чтобы эффективно работать с региональной властью, необходимо в случае принципиальных каких-то больших конкурсов, серьезных, которые нельзя ни в коем случае там отложить или там переносить надолго, идти рука об руку и согласовывать, в том числе там процедуры до проведения конкурса, чтобы конкурсная документация была написана там адекватно, чтобы можно было действительно поставить такие условия, которые не позволят прийти фирму «Однодневка». Сегодня же было подписано соглашение с антимонопольной службой, которая направлена на развитие добросовестной конкуренции в регионе. Работу в этом направлении в Краснодарском крае начали еще 3 года назад. Тогда на Кубани совместно с агентством стратегических инициатив внедрили стандарт развития конкуренции в муниципалитетах.